Жители Нарвы уже даже привыкли к виду нескольких зданий, которые больше десятка лет своим видом наводят грустные воспоминания о том, что некогда здесь кипела жизнь, строились планы на будущее, был слышен детский смех новогодних елок. В середине 90-х город нуждался в деньгах, и эти здания приобрели новых собственников, впоследствии не исполнивших пункты договора купли-продажи. Своим бездействием, а может и расчетом более выгодной перепродажи, новые владельцы довели здание до самого плачевного состояния. Сколько еще времени жители будут терпеть развалины в центре города, и есть ли у этих зданий будущее? Будущее, конечно, есть, но здесь камень преткновения, конечно, это в первую очередь гражданская позиция, позиция самого собственника, готов ли он реновировать эти здания, потому что, к сожалению, у города, у городских властей нет возможности давить или прессинговать человека с требованием. То есть мы пока что можем только предложить. В своем арсенале мы имеем закон о строительстве и, значит, местные правила благоустройства. Если говорить о законе о строительстве, то там есть только формальные требования по безопасности, а если говорить о местных правил благоустройства, то там есть требования к закрытию доступа в это здание. Получается, что если собственник развалины, значит, закрыл доступ каким-либо образом внутрь этого здания, заложив дверные оконные проемы там первого этажа, в принципе, формальные требования выполнены. Летом прошлого года инициативная группа жителей города попыталась перекрыть доступ в здание бывшего крынгольмского общежития, заложив окна первого этажа. Но спустя некоторое время опасный объект вновь облюбовали подростки, и никто не знает, в какой момент произойдет трагедия, которая сдвинет дело с мертвой точки. Но пока заставить владельца здания вплотную заняться своей собственностью видится только через экономические меры. В качестве решения проблемы, ну, мне бы здесь виделось, это когда бы мы поставили владельца недвижимости в такую ситуацию, когда владеть таким объектом, ну, было бы просто экономически нецелесообразно, невыгодно. А сделать это можно только одним образом, допустим, введение повышенной ставки налога на землю для тех участков, на которых имеются здание или сооружение, имеющее статус развалины в регистре строений. Ну вот это, мне кажется, было бы наиболее эффективным способом влияния на таких собственников. Экономическими же мерами городские власти пытаются стимулировать собственников квартир в старых домах для масштабной реновации фасадов. Ведь именно с разрушения внешней отделки начинается разрушение вполне еще крепкого здания. Город уже пошел как бы вот на такой большой шаг для себя. Сейчас подготавливается проект, где будет возврат денег за реновацию до 40 и даже до 50% домов, скажем так, являющихся частью историческо-культурной среды города. Крингольма, старого города, домов по улице Пушкина, Таллинскому шоссе. Жители надеются на скорейшее разрешение затянувшейся ситуации вокруг заброшенных зданий и верят, что рано или поздно город станет привлекательным и без некоторых нюансов, которые портят настроение в настоящее время. Как житель Нарвы у меня есть надежда, потому что история города нашего – это всегда пожары, разрушения, войны. И город всегда как феникс, он восставал из пепла, отстраивался шведами, русскими, немцами. Поэтому, ну, есть надежда очень большая, тем более, что сейчас в городе идут большие изменения, и Нарва оживает, и городу больше интерес. Я думаю, что и жителям самим захочется, чтобы город был визуально красивее.